Странно, я не держу его, но он все равно не желает уходить. Видимо, у него глубокая ностальгия о чем-то или о ком-то из его мирской жизни. Я не боюсь даже богов. Никто не вправе отбирать жизни невинных. Глупышка, не стоит идти на поводу их воли. Я знаю, что ты не хочешь этого. Поступай по совести. Какая же я дура. Снова ты меня спасаешь. Вот значит, как ты умер. От руки своего же друга. Но ты не заслужил такой смерти. Тебе больше не место в мире живых. Вас ждут. Новое перерождение. Ты снова строишь из себя самую умную, словно тебе не нужна помощь. Да, ты мертв, а я из мира живых. Седьмой? Привет, еле догнал. А ты далеко успела уйти. Но я нашел тебя. Считай, что это не подарок. Я... меняю ее на твою ленточку. Стоп! Мы так не договаривались! А ну верни! Поздно. Теперь даже после смерти я не оставлю тебя. Неужели она до сих пор не поняла, что я чувствую? Вот ведь было. Это было ясно с того дня, как я вернулся к ней. И вообще, хватит меня обольщать! Хватит ворчать и делай, что говорят!